Помнить, что еще Бисмарк вообще разработал систему солидарной системы в 19 веке. Поэтому еще. Здесь еще. Никто не придумывал ноу-хау, по большому счету, в Украине. И эта система положена в фундамент солидарной системы Украины. Проблема в другом, что отказавшись от пенсионного фонда, мы тем самым проведем полную уравниловку. Вот так пошла этим путем Грузия, когда они отменили полностью, уничтожили пенсионный фонд и сказали так: дети должны заплатить за своих родителей. И всем, независимо от стажа, от выслуги лет, от коэффициента, всем назначили просто подачку, там по 200, по 300 гривен из бюджета, и сказали всем остальным до свидания. Поэтому я категорически против уравниловки, я почему против категорически пенсионной реформы, потому что когда отменили коэффициент 1,35, а сделали коэффициент 1, то сегодня действительно крайне несправедливо, потому что те, кто получали большую пенсию, те и получают большую, а тем, кому насчитали мизерную пенсию, хотя у человека колоссальный стаж, человек всю жизнь отработал, человек всю жизнь верил в то, что взносы он платит и получит свою заработанную пенсию, сегодня ему платят копейки. Ему заморозили по большому счету выплату. С Юрием здесь с чем я соглашусь? С тем, что, да, дополнительные источники доходов в пенсионный фонд сегодня нужно сформировать. И это могут быть, да, и вопрос трансферного ценообразования сюда может быть. Сюда может быть налог с покупки валютной выручки, с драгоценных металлов и налог на роскошь там, с драгоценных машин и с большой недвижимости. Сюда мы можем добавить дополнительно, как это во многих странах сделаны, отдельные сборы. Вот, например, сегодня для нас непонятно, куда уходит военный сбор, который собирается всей страны. Он идет в общий государственный бюджет и дальше деребанится, как и весь государственный бюджет. Мы считаем, что это крайне несправедливо. Вот если бы это был пенсионный сбор, он бы шел на пенсионный фонд и шел бы сегодня на повышение пенсии нашим пенсионерам, то это был бы как один из элементов выхода пенсионного фонда из кризиса. Но то, что нам нужно вводить второй уровень пенсионной системы, то, что нам нужно людям показать сегодня абсолютно прозрачность работы пенсионного фонда и гарантировать, что если человек получает сегодня легальную зарплату, платит взносы, он гарантированно получит себе такую же пенсию, а не так, как сегодня. Просто людей всех уравняли, наказали и лишили их права получить свою справедливость. Я можу все ж таки відповім, тому що на превеликий жаль, пані Наталя.